она для малышей, тут нет дырочек. Для малышам они еще не дырочек. Сам делаешь, да? Вот это все. Глиняное. А на гуслях что-нибудь из народных русских наигрышей 17 века? Ходила поленочка в саду, ходила поленочка в саду, да вы саду, да вы саду. Знаешь, что это за песня? Вот это. Расскажи про эту песню. А за нее Данечка. Ну, не 17 век. Ну, это понятно, что я поэтому не спрашиваю. 17 век. Что у нас было? В 17 веке вообще на Руси не пели песен и не играли никаких инструментов, кроме как на ложках. Правда? Пилочки, косы запрещали. 17 век, когда Никон пришел. Ясно. А до Никона играли на гуслях. Спасибо.